Всем привет, дорогие друзья, касаемо Адокса формируется бычья дивергенция, которая рано или поздно отработает. Почему лично я накапливаю Докс, сегодня я вам расскажу, также мы обсудим всю рыночную ситуацию. Ну а перед началом данного видео не забывайте поддерживать его лайком и подпиской на канал, если вы еще этого не сделали. И давайте сразу переходить к делу. Дорогие друзья, касаемо Докса, бычья дивергенция усиливается. Цену ниже не пускают. Маркетмейкеры все откупают. Токены переходят от слабых рук к сильным рукам. И сильные руки намерены токены халдить. Вплоть до роста биткоина. Да, я все же ожидаю кульминацию. Касаемо индикатора MACD, резкого всплеска еще не было. А это говорит нам о том, что цикл еще не закончен. На данном этапе фаза реаккумуляции. Прямо сейчас можно подбирать те проекты, которые хорошо скорректировались. И те, которые себя вообще еще не показали. Да, речь о новых альткоинах, которые на этом цикле себя еще не проявили. Прямо сейчас сантимент обнулен. Люди боятся так же, как боялись на дне медвежьего рынка. Да, дорогие друзья, только что был достигнут уровень аномального страха. Хомяки в ужасе бегут с этого рынка, упуская фундаментальную составляющую биткоина. Вся толпа в тапалках. Фундаментал никому не нужен. Откупают сейчас лишь единицы. И лишь единицы готовы ждать. Заработает, как всегда, лишь 5% людей на рынке. 95 потеряют. Халявы здесь нет и работать вместо вас никто здесь не будет. Кнопки придется нажимать вам. Изучать придется вам. Работу за вас никто не сделает, если у вас нет наставника. Все халявщики рынок покинут, в этом сомнений нет. На Доксе заработают тоже единицы. Прямо сейчас откупать никто не хочет. Лично я просто накапливаю. Впереди еще кульминация. Почти все индикаторы указывают на то, что цикл еще не завершен. Индекс альткоин сезона еще не был в данном диапазоне. А это значит, кульминации не было и альта себя еще не проявила. Докс это один из проектов, который покажет себя на предстоящем альткоин сезоне. Именно поэтому Докс сейчас я набираю. Пока толпа хоронит крипторынок, пока у толпы чрезвычайный страх, я откупаю. И всегда мы с вами делали именно это. На медвежке тоже откупать никто не хотел. Самые умные зашли на всю котлету на хаях. И здесь уже откупать было не на что. Самые умные сидели и боялись. Самые умные хоронили крипторынок. И самые умные остались вне ракеты. Толпа зафиксировала убытки на страхе. Монеты биткоина откупили киты, и мы пошли наверх. Прямо сейчас именно это и формируется. Распил необходим только чтобы испугать толпу, выбрить слабые руки и забрать монеты. На этом все. Как всегда, люди начали приходить в криптоиндустрию только на хайпе, после роста биткоина, когда мы забрали уже 3 икса. Понятное дело, что данных людей нужно выбрить, и только после этого рынок пойдет снова выше. Манипуляторы не идиоты. Просто так заработать никому не дадут. Все халявщики будут уничтожены. И депозиты халявщиков будут здесь похоронены. Не идите за стадом. Прямо сейчас толпа боится. Сантимент полностью обнулен. Фундаментальные проекты сейчас никому не нужны. Толпа обращает внимание только на тапалки. Наша цель прямо сейчас набрать фундаментальные проекты и занести их наверх. В закрытом клубе все списки, по которым я закупаюсь, уже опубликованы. Кому интересно пройти этот цикл вместе со мной, присоединяйтесь. Проходите 5 закрытых курсов. Начало, секрет рынка, элитный инвестор, практики, лидер. Получайте все рабочие инструменты и набирайте по спискам прямо сейчас. Либо вы поступаете правильно, либо вы хороните свой депозит. Манипуляторы не идиоты, ошибки не прощаются. Проще ошибки даже не допускать, чем потом их исправлять. Если вы на рынке до сих пор ничего не заработали, то скорее всего вы пришли поздно, либо делали что-то неправильно. Не покупайте шлак прямо сейчас. Набирайте то, что набирают киты.
Двигайтесь против толпы прямо сейчас. Откупайте аномальный страх. И в конце данного цикла все ваши инвестиции окупятся. Как я уже говорил, заработают на рынке лишь 5%. 95% просто потеряют. За кем двигаться и к какому проценту относиться, решать вам. Все в ваших руках. Изучайте этот рынок. Мир идет к цифровизации. Фундаментал себя покажет. Все ранние инвесторы будут вознаграждены. А толпа окажется нашей с вами ликвидностью. Минуйте все ошибки. Все рабочие инструменты уже есть. Просто берите их и используйте. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал. Если не подписаны, ставьте лайк. Если не поставили, желаю всем удачи, всего хорошего. И всем пока, друзья!